Всем привет, с вами Пенни Прец, и это, ёптать, какой, 10-й день челленджа по изи дропу. Что у нас, что мы имеем на начало? Вот, как мы видим, сумма не изменилась, вроде бы, да, не изменилась, потому что я больше ничего не крутил, не выбивал. Не помню, сколько осталось вчера там, да, вот. Как бы этим завершили, то есть ничего нету, ну... То ли скины подешевели, то ли подорожали. Не помню сколько. В общем, помню, что там 14 до копеек, не помню. В общем, вот так вот. Что делаем сегодня? Ничего нового. Все, делаем все то же самое. То есть открываем сперва фрикейсы. Фрикейсы открываем, чтобы получить три грозы. Три грозы, да, вот хуй-то, валентность. Но она хорошо должна стоить. Да, сатен нормально, сатен в копилочку хорошо. Три грозы не выходит. Три грозы не выходят. Ну что ж, бывает, что и три грозы элитное снаряжение. А ты сколько стоишь? 160? Обалдеть. Ну, бывает так, что даже две грозы не выходят. Ребята, я черт его знает. Второго фрикейса не будет. Ну, хоть эмбарго. А, не, гроза. Нет эмбарго. Ну, 39. О, этот можно будет заапгрейдить, если что. Заапгрейдить. Заапгрейдить. Что-нибудь да заапгрейдим. Так, второй фрикейс у меня недоступен, потому что он будет доступен только завтра, когда я там все стакну. По традиции все точно так же делаем. Начинаем с засекреченного. В надежде выбить скин дороже 200 рублей. Испытываем удачу. Испытываем видос. Пишется. Испытываем удачу, чтобы выбить что-то дороже. Гидропоника хорошая, а вот это вот хуйня, да? Ну да, даже до сатена не дотянули, я херею. Ладно, что, все равно он бывает это, бывает он хорошо дает, но, видать, не сегодня. Сегодня нету у засекреченного настроения, поэтому он и ничего не дал. Зато фришка хорошо дала. Так что тут что, один, по крайней мере, один апгрейд сегодня у нас будет. Будет сегодня один апгрейд. Посмотрим, конечно, как он зайдет. Вчера залетело 2. Из 4 залетело 2, что прям было как-то прям необычно, если честно. Необычно, непривычно. Поэтому сегодня ни одного апгрейда не должно зайти. Ну, если учесть. Ну, если, конечно, хоть вообще какие-то апгрейды будут. А, ну один-то будет. Ну, ни одного из одного апгрейда зайти не должно. Ну, в любом случае, баланс деп уже отбит. Деп отбит, конечно, но это не то. Ну тут что? А, ну до этого-то ты хуй дотянешь, да? Очень жаль, конечно. Так, ну, 2 апгрейда будет, окей. Будет 2 апгрейда. Очень хотелось бы, чтобы ты до древнего видения дотянул. Но... Ну и до ужей, конечно же. Ужи и древнее видение, вот что? Вот реально, мне вот не так хочется, чтобы отсюда выпал нож, как вот ужи выпали. Вот серьезно. Нож, конечно, я уже отсюда вытащил. Ну, конечно, самый стрёмный, самый позорный. И все же вытащил нож. А вот 9.58. Что-то не дорожает какао. А вот ужи прям... Прям топ. Вот вытащить ужи будет топ. Будет топ. Потому что паутина уже 3 или 4 раза мне отсюда падала. Это кровавая... Кровища 3 или 4 раза падала. А вот ужи никак не хотят. Ничего, я не оставляю попыток, не оставляю надежды, что удастся вытащить ужей. Оба, 3 апгрейда будет, ничего себе. Вот это да. Вот это дико. 3 апгрейда. Три апгрейда. Интересно. Зайдет что-нибудь, а? Вот тут прям вот так бы стормознулся. Нож и место преступления. Я херею тут, блядь, прям. Тут потом хоть что ты говоришь, что у тебя нет подкрутки. Ну хуй кто поверит. Хер кто поверит, если такая херня выпадет. Что нету никакой подкрутки. Никто, блядь, не поверит. Просто, ну,
Не может, блядь, настолько быть везучий аккаунт, да? Не может. Я и сам. Я бы сам хер поверил. Ух ты, 5-7 какой красивый. Тут Hyper Beast выпал. А, ну все, это слив. Нет, еще на один кейс дает. Ну, один и три апгрейда. Шо ты? Только он скрипты поменял. У меня вот сейчас уже должны были выпасть. Скрипты сайт поменял, затормозил. Видали? Вот здесь уже должны были стоять. А не, это херня. Ну что, полетели в апгрейды. Три апгрейда. О, что у меня здесь скин за 3 рубля, за 9 делает? Я же вас... Я же должен был вас продать. Стоять, стоять. Это подожди, значит мы еще не закончили. Еще не закончили. У нас еще есть что крутануть. Тогда у нас еще есть что крутить. Не-не-не, мы так просто не отдадим. Не сдадимся. На 2 хватает, значит крутим. Ролик, ролик нормально. Не длинный получается. Потому что длинный ролик по ширпокейсам. Это неинтересно. У меня там какой-то ярый поклонник завелся, который мне пишет комментарии, что это вообще не твое, иди работать на завод. Дружище, успокойся, у меня есть работа. Правда, я не на заводе работаю. Ты уж извини, что вот так вышло, что я не на заводе работаю, да? Вот. Но тем не менее работаю. Поэтому, если ты не понимаешь сути дела происходящего, лучше посмотри видосы, чем писать какую-то хуйню, не располагая достоверной и полноценной информацией. Так, все, ну теперь точно апгрейды. Что, порадуешь чем-нибудь меня сегодня, Изич? Ну, хотя не должен он радовать. Не должен, потому что, ну, блядь. Статистика, я, кстати, посмотрел статистику по апгрейдам. Где вы тут, блядь, как? Вот, апгрейды 50 из 341. То есть это примерно сколько? 7. Это каждый седьмой. Каждый седьмой апгрейд залетает. Вот. Это залетает примерно каждый седьмой апгрейд. Посмотрим. Ну и финалочка. Блять, экран потух. Сука, ну нормально, я да поверил. Так, чё, насколько у нас? А, вот у нас раз, два, три. Вот это фри кейсы дали, а это кейс за 300 дал. Вот такая вот хуйня. Ну, на 400 увеличили баланс, да? На 400, да, даже поменьше. Доступно для продажи, продать все. 14541. Д подбили, меня это радует. В общем, на этом все. Подписывайтесь на канал, юзайте мой промокод, который вы видите вот там, вот. Юзайте, и вам обязательно повезет. Ставьте лайкосы, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше, залетайте на стримчики. Всем пока, до новых встреч.